Ольга Петрова – частый посетитель многофункционального центра в Самаре. Для личной жизни и работы выбирает именно МФЦ. И расположение удобное, и работают здесь быстро. Я постоянно обращаюсь по недвижимости, как работаю в сфере недвижимости. Обращаюсь в основном к кадастру палаты. Мне очень нравится, потому что здесь в основном очереди очень мало, то есть много окошек. То есть сфер услуг очень много. Самарский МФЦ активно ведет работу по расширению перечня предоставляемых услуг. В ближайшие 2 месяца увеличится пакет документов, выдаваемых департаментами имущества и строительства и архитектуры. С начала этого года уже оказано в районе 72 тысяч услуг в сфере недвижимости. Но, соответственно, это направление пользуется особой популярностью, и поэтому мы стараемся расширять количество услуг. На данный момент планируется добавить еще 9 услуг. Это значит будут услуги департамента строительства и архитектуры и департамента имущества. И в совокупности будет 32 услуги. На сегодняшний день самыми популярными услугами в сфере недвижимости остаются выписка из ЕГРП и регистрация прав на недвижимое имущество. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков. События.